Скандальные кадры того, как турецкая береговая охрана избивает беженцев, попали в интернет. Инцидент произошел накануне утром. Лодка с мигрантами направлялась в сторону греческого острова Лесбос. Турецкие военнослужащие подплыли к ним и стали наносить удары палками. Анкаре пришлось оправдываться. Дескать, береговая охрана хотела якобы лишь вывести из строя мотор лодки, в которой находились беженцы. При этом непонятно, зачем это нужно было делать. К счастью, на этот раз все обошлось. Люди доплыли до Греции. Напомню, ежегодно в водах Средиземного моря тонут тысячи выходцев из Африки и Ближнего Востока по дороге в Европу.